Ненавижу тебя, китайская поделка. Утро. 15 мая 1997-го. Всего лишь середина месяца, а так уже все надоело. Особенно школа. Учебный год должен бы уже и закончиться, но вот последние две недели будут тянуться очень долго. Говорят, в больших городах ребята моего возраста легко прогуливают школу, когда им надоедает. Но попробуй прогуляй тут у нас, как же. Кузнецк — город маленький, все друг друга знают, и школа тут всего одна. А в нашем классе всего 15 человек. Ну, здравствуй, Рожа. Каждое утро тебя вижу, приятель. Ой, в кого же я такой красавец, даже и не знаю. Отец говорит, что в деда. Жаль, дед уже покинул нас, отправившись отдавать свой долг на тот свет. Родине отдал, теперь вот мирозданию нужно, шутил он на старости лет. Так, зубы ровные, уже хорошо. Вчера с Серегой опять лазили в заброшенную церковь на окраине города. Я там так навернулся. Думал, выбил передний зуб, но вроде он больше не шатается даже. Повезло. Хорошо, что на мне обычно все как на собаке заживает. Вроде еще утро, а солнце жарит, как печка. Словно мы и не в России, а где-нибудь в Сахаре. Никогда там не был, конечно, но по телевизору рассказывают, что там можно умереть от жажды за несколько часов. Как назло, мы живем в бетонном доме, и тут душно, как в маршрутке. Повезло Алисе и Сереге. Они в деревянных домах живут, у них там прохладнее. Так, ладно. Сегодня у нас физкультуру отменили, так как физрук наш Сан Саныч сломал ногу, упав со ступеньки автобуса. Поэтому можно бы задержаться дома. Хотя, вроде как, кого-то нам обещали на замену. Но отец уже собирается на работу в управу, а мамка опять будет смотреть свои утренние сериалы по телеку. Ой, нужно сваливать, пока ее Санта-Бавария не свела меня с ума. Серега сейчас наверняка помогает на рынке своей маме разгружать припасы в ее ларек. Пожалуй, пойду туда. Город у нас маленький, но гордый. Я живу прямо на центральной площади в одной из трех пятиэтажек. Квартиры в этих домах выдавали только всяким важным шишкам. Повезло, что мой отец смог ее получить до развала Советского Союза. Он говорит, что сейчас в стране происходит бардак, но до нас никому нет дела, и в нашем захолустье все, в принципе, спокойно. Ну, как в захолустье? Вообще, отсюда и до Москвы ехать часов 7, если сперва на автобусе добраться до электрички. Но все равно Кузнецк считается эталонным медвежьим углом. Меня так бесит вся эта история. Хочу закончить школу и рвануть отсюда, хотя бы в областной центр. Там, говорят, на каждой улице есть кинотеатр, а на центральной площади лунопарк с колесом обозрения. А у нас, блин, на весь город один памятник неизвестному солдату с вечным огнем. Нет, он мне, конечно, напоминает про деда, но за 16 лет моей жизни весь Кузнецк стал навевать лишь скуку. А вот и рынок. Центр города, считай. Здесь все продается, все покупается, самые свежие товары, продукты, китайский ширпотреб. Иногда попадаются настоящие сокровища, что-то привозное, что смогли достать предприимчивые продавцы у челноков. Зинаида Петровна, мама Сереги, содержит небольшой хозяйственный ларек, и чего там только не попадается иногда. Ее двоюродный брат частенько мотается в крупные города за товарами на своем старом УАЗике, и все это они и продают. Повезло Сереге. Он всегда носит самые модные футболки, а недавно ему привезли навороченный мафон и несколько кассет с крутыми группами. Почти полшколы к нему ходят кассеты записывать. Хороший у меня друг Серега, полезный. А самое забавное, что он с детства почти всегда и во всем меня слушается. Ну, тут ведь как. Я его знаю как облупленного, а потому всегда понимаю, как заставить его делать то, что мне нравится. А вон и он о чем-то спорит со своей мамашей. Сережа, нет и еще раз нет. Ты что, с ума сошел? Он стоит слишком дорого, мы себе такого позволить не можем. Ну, мам, ты же обещала, если я хорошо закрою учебу... Если закроешь, но до конца года еще целых две недели. Вот после них и поговорим о твоем подарке, если меня устроят твои оценки.
Ну, мам, тебе что, жалко, что ли? Прекрати капризы свои, уже надоел. Я не собираюсь тратить заначку на твои развлечения. Вон, смотри, к тебе уже пришел Антон. Иди ему на уши сядь. Здравствуйте, Зинаида Петровна. Зинаида родом с Украины, поэтому у нее несколько другой менталитет. Она приехала сюда по молодости на завод специалистом и удачно вышла замуж. Ну, а я слышал, довела она руководство своей наглостью, и ее уволили с завода. С тех пор она и промышляет торговлей. Сперва просто была продавщицей, теперь вот свой ларек на рынке держит. С добрым утром, Антон. Забирай этого охламона. Он мне всю плешь уже проел своими капризами. А мне работать надо. В чем сыр-бор? Там видак новый привозили, с десятком кассет, с фильмами новыми. Даже Жуманджи был, но дорого. Я все пытался маму выпросить мне его подарить, ну, авансом, за хорошие оценки. Ну вот она уперлась. Думаю, упустим, жалко будет. Если ты добудешь себе видик домой, то я переезжаю к тебе жить. Ну да, но все же к Даше на показы проситься, а то вечно мы к ней ходим целым классом. А так я ее мог бы домой пригласить, там, кассетами меняться, все такое. Серега давно уже влюблен в Дашу из нашего класса, но все никак не признается в этом. Ни ей, ни себе. Каждый раз отрицает, если мы заводим об этом разговор. Конечно, мы с Алисой находим эту ситуацию очень забавной и постоянно подтруниваем над ней. Впрочем, Серега никогда и не обижался на нас всерьез. Понятно все с тобой, Ромео. А? Антох, ну хватит дразниться. Да-да, молчу. Итак, у нас еще есть час до школы. Может, сгоняем до заброшенной церкви, где тот проход странный вчера нашли? А чего бы и нет? Кстати, шишки я у тебя не вижу, господин толоконный лоб. Иди ты, умник тут нашелся. И что это мы тут делаем? А? Куда собрались, парни? Опять в какую-нибудь авантюру? Алиса. Самая несносная девчонка в школе. Моя подруга детства. В 6 лет мы с ней сыграли свадьбу прямо перед памятником неизвестному солдату. Пригласили всех друзей из школы. Было весело. Мы пили лимонады, кидали в воздух клевер. Серега притащил маленький колокольчик и звонил в него как сумасшедший. Ну, чтобы все было как в кино. Потом, правда, Алиса запустила мне за шиворот гусеницу, которую нашла на одном из цветков, и я в отместку столкнул ее в лужу. Так наш брак и закончился. Сейчас вот дружим. Такое у нас проблемное трио. Самое смешное, что отец Алисы – участковый, и разгребать наши шалости, как правило, ему и приходится. Я знаю, что в последнее время она ко мне неровно дышит, но я ее почти никогда не воспринимал как девушку. Скорее, как друга-товарища. И меня это положение дел вполне устраивает. Помнишь руины церкви старой, что у озера Тьма находятся? Мы вчера там ковырялись с Антохой и кое-что нашли. Сейчас собираемся сходить и проверить свою находку. О, интересно. Я с вами. Так, нет, Алиса, подожди. В прошлый раз вы с Дашей заперлись у нее дома и гаданиями всякими занимались, а нас к себе не пустили, мол, это ваши женские дела. Теперь вот у нас свои мужские дела, и ты нам не нужна. Так-так-так, Сергей Сергеевич, ты что, ревнуешь ее ко мне? Ревную? Нет, конечно. Ты что, дурында деревянная, тут мелешь? Сам ты дурында! Как только я с Дашей, которая вообще-то моя лучшая подруга, провожу время наедине, ты сразу начинаешь дуться, как индюк. Ничего не индюк! Антон, ты же возьмешь меня с собой? Ну нет, слушай, если Серега против, то не возьму. Мы вместе с ним это нашли. И если он не хочет делиться находкой, то и я не хочу. Ах, вот как! Ладно, ладно, Сергей. Знаешь, чем мы занимались? Ну, во время гадания. Мы проверяли, кто из парней подходит Даше больше всего. По гороскопу в журнале. И мы проверили всех парней из нашего класса. И у меня остались записи по всем ее совместимостям. И если ты хочешь, чтобы я их тебе показала... Алиса, дорогая, прости меня, грубияна, пожалуйста. Да, конечно, мы берем тебя с собой.
как ты сразу запел. Ну нет, тогда я против. Мне эти ваши гадания не интересны. Кукурузу будешь вареную? Или семечек? Угостишь меня кукурузой? От бабы Нюры? Буду, конечно. Тогда жди. Она же купит ее, я надеюсь. Или опять за старое? Вот всегда была эта ирония. Отец Алисы милиционер, а сама она любит шарить по чужим карманам. Сколько раз попадалась на этом, сколько раз ее ругали и запирали дома, но ничему она не учится. Я стараюсь приглядывать за ней и останавливать, когда она перегибает палку. Я же хороший друг и вообще лидер этой компании. За деньгами не лезет. Наверняка опять воровать будет. Баб Нюр! Баб Нюр! А? Что тебе, милочка? А дайте семечек попробовать. Попробовать? Опять попробовать? А покупать-то будешь? Или как в прошлый раз? Буду, буду. Вон из того дальнего пакета можно? Сзади вас. Ох, со спиной больной поворачиваться. А давайте я сама себе отсыплю. Конечно, сама насыпет. Потом полпакета не досчитаюсь. Знаю я тебя, жди. Сейчас. Стащила. Прямо из кастрюли. Да, жаль бабу Нюру. Вот, держи. Опять ты ее стащила. Блин, тебя отец опять за уши оттаскает. Я не хочу ворованную. У него в последнее время колено все сильнее болит. Так что не догонит. Точно, дурында. Все же в одном доме живете. Он тебя ночью зажмет, пока ты дрыхнуть будешь. Слушай, Алис, а как у вас с ним в последние пару месяцев? С кем? С батей? Да, с ним. Он больше не рукоприкладствует? Вроде нет. Он как-то безразличнее стал ко мне относиться, как мне кажется. Не знаю, в чем причина. Раньше вспыхивал почти по любому поводу, но сейчас вот уже нет. Однажды ее отец пришел ко мне на серьезный разговор втайне от Алисы. Сказал, что будет мне давать немного денег на карманные расходы, если я буду за его дочкой следить и не давать ей попадать в неприятности, заставлять его краснеть. В целом, я вроде как даже справляюсь с этой задачей. Ну, по крайней мере, ей влетать от отца перестало. Ну вообще, что ты за дочь милиционера, раз обворовываешь бабушек на рынке? Согласен с Антоном. Ой, да ладно вам, чего пристали? Не хочешь, тогда я сама съем. Нет уж, давай сюда, я проголодался. Мама опять за свои сериалы села с утра самого. Один бутерброд только и успел съесть.